Ладно, всем привет, ребята, с вами я, Егор. Ну, вы сами понимаете, кто. С вами я, Егор, и сегодня мы будем играть под, ну ладно, под названием игры, вы знаете, во что мы будем играть. Читы, конечно. Если кто не понимает, сейчас вот, вот видите, вот, приложение Block Strike, читы. Если что, кто хочет тоже поиграть в эту игру, ссылка будет в описании. Иху! Начнем. Ладно, кто не понимает, вот-то. Название вот-то. Это ПС там. Там я диск, ДК и цифрки. Ну, вы поняли. Да вот, вот это читы. И это не кликбейт. Они вроде бы когда-то, ну, вышли там. Ну да. Короче, будем сейчас играть. Серверс. Серверы. Ну ладно, ладно. Да. Все, играем. Ой, Майнкрафт! Ну, бас против Майнкрафта. Я вам сейчас докажу. Вот видите, вот. Видите. Блять, я газов птин. Где у меня, кстати? Во, ака, акаха. А теперь давай ТП. Ну, ТП. Привет, Саша Кун. А теперь давайте, хоп. Никуда ты не полетишь. А теперь давайте мы его в космос отправим. Вот туда. Все. Вот другое делать. Я рад. Теперь давайте мы, например. ТП. Привет. Теперь давайте поднимемся на небес. Да почему я всегда умираю? Да тут. Ну ладненько. Сейчас возьмем флейтер. Вон пусть тут будет. Опять я умер. Вот, ну такое бывает. Привет. Ну, а теперь ТП, ап, ТП. Смотрите. Нифига себе, сколько тут. Нужно бы. Все, теперь гораздо их вообще не будут существовать. Все, я рад. Ну, типа того. Прикольная музычка. Ну, басик. Там. Гули-вали. О, кстати, ребята, я запрыгнул как-то. Ребята, давайте еще попробуем. Как у него... Это не получается. Сейчас, ребят. Ну и наконец-то залез. Я? Я ничего. Ребята, вы это слышали только? Кто-то сказал, ты что? Ребята, кто не услышал, чуть-чуть промотайте и опять слушайте. Когда я только сказал, фух, я залез, а тут мне сказали, что ты что? Сейчас, ребят, напишем.
Кто сказал ты что? Кто сказал ты что? Ребята, кто слышал это? Кто сказал ты что? Ты что, ты что? А, типа чито, чито. Майнкрафт. Ребят, такая мысль появилась. Чё, например, ещё из завтра сделать видео про Майнкрафт. Это, ну ладно, давайте на другой сервер. Что это за звуки? Ладно, ребят. Короче, мы не будем сейчас там играть в эту игру Block Strike. Кто хочет сам поиграть, вот вам. Ссылка в описании, кто не услышал текст. Симулятор козла, Ладно, ребят. Мои пула. Все. Можно поднимать глаза и лететь наверх. Ладно, ребят, поиграем в... Дайте с нами что? Симулятор козла. Вот этого барана. Стоп. А где симулятор козла? Ребята, тут только видели, сейчас я вам... Видите, сейчас... Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Бани-хоп. Не получилось. Теперь, оп. Нет, а как он исчез? Ребят, что-то непонятное. Тогда ладно, сейчас мы поиграем в симулятор кожу. Я даже не подумал про интро. Ну ладно, ребят, сейчас мы поиграем в другой Block Strike. Не читы? Сейчас. Jobs Play Market, а вот. Открыть. Ребята. Вы это только сейчас видели? Тут было открыть. Я открыл. Чего? Ну ладно. Это будет долго. Давай. 3, 4, 5, 6. Ну ладно, ребята, поставлю я на паузу и вернусь, когда уже загрузится это приложение. Если попадется карта Рекса, то здесь, ну, метинка. Наконец-то! Не скачалась. Я долго... Тут я не прошла. Ребята. Зато дождались.
Все, играем. Буду надеяться, ребят, что он... Сейчас, ребята. Технически там неполадки, ребята, были. Ну, все понимаете. Ра. Что-то так долго аккаунт грузится сейчас, ребят. Должно, ребята, все наладиться. Так. Так, это вообще не аккаунт. Ну ладно. Так, токсим. Чего? Дорог козла вернулся. Если я найду этого козла, я ему уши оторву. Вот зачем он позвал своего друга Собакина? Жесть. И зачем вообще он это сделал? Если не знает, вот Собакин этот. Не знаю, вот зачем? Зачем? Мика? Играет. Да, конечно, ребята, вообще Ребята, вы это видели? Игроков сколько играло? На этой минуте внизу посмотрел, и там играло вообще на России много игроков. Что это за читы? Да, я даже не понимаю этого козла. Зачем он пригласил своего друга Собакина? Ну ладно. Пусть Собакин там повеселится. Подсказка. Разблокирование достижения. Вы можете узнать интересные факты о своем персонаже. Ну конечно, потому что... Он друг козла, потому что он тоже злой, чуть-чуть. Ну так себе, чуть-чуть. Прям, ну чуть-чуть. Какая же это долгая, вот загрузка, вот какая долгая.
Опять какой-то там взрыв. Сейчас, ребят. Все. Давай быстрее. Прикоснулся. Мика. Хорошо, что не Милка. Да, ребят. Короче. Да, здесь вообще так лагает-то. Ребята, это чего, баг? Почему я все равно могу писать? Ребята, вы видели, это какой-то баг был. Я вышел из игры, и все равно я могу писать. Жесть. Ладно, давайте опять зайдем в этот Лук-страйк. Просто и поиграть этого надо. Да, ребята, здесь появился баг, который, если хочешь поиграть, долго, прям вообще, навсегда он может грузиться, этот аккаунт этот. Это вообще не аккаунт какой-то. Нет, нельзя войти, конечно. Ну ладно, ребята. И тасте планет подойду. Нет, ну не тасте. Тюн. Ну ладно, ребята, сейчас мы поиграем в Hade Online, например. Hade Online, ну и не Hade Online. Ладно, я так поиграю в симулятор козла. Этого злого козла. Сейчас, ребята, кладу там камеру там. Ладно, сейчас там СНГ где-то. Буду надеяться, что козел у меня не украдет эту камеру. Ну там оно дело. Все, играем. О, разблокировано. Че за этот блокирован? Ах, ну ладно, не пошел. Ой, привет! Это я, козёл, и сегодня мы будем искать все трофеи. Да, я украл камеру. Ах ты ж какой козёл, зачем ты украл у меня камеру? Нужно догнать этого уже. Сейчас. Козёл, ну стой, козлёнок, отдай мне камеру. Yeah.
Если что, если вы не понимаете, ребята, это у меня там Локи. Ну давай, иди ко мне, козленочек. Дай мне камеру. Ребята, я вообще не могу угнаться. Ладно, ребята, мы только можем отобрать у него камеру. Просто кликайте на него просто. Если вы на компьютере и на телефоне, кликайте на быстрее его. Или на планшете. Да кликайте вы на него. Или да хоть на PlayStation. Да давайте на него кликать. Он вообще не может догнать. Его-то нельзя. Давай. Ребята, давайте на поезд. Фух, ребята. Ура, вы нажали вот туда, а теперь все. А ну, козел, отдай мне камеру. Поймать его даже не могу. Ну давай, козленочек. Ну, сейчас. Все. Сейчас опять еще один раз фотографирую его. Угу. Ну, такое бывает. Так, все. А ну стой, козел! Я тебе только... Да его-то вообще сложно догнать. Фух, он упал. Наконец-то я отобрал. Козел, и зачем ты, козленочек, а? Зачем ты вообще отобрал у меня камеру? Я вообще-то хочу снимать свой влог, а не чтобы твой влог был. Потому что такого не существует, ребята, что козлячий влог. Ребята, есть кошачий влог, например, собачий влог. Ну, козлячьего влога. Да нет, не существует. Все, просто я нарушитель туалетов. У вас тут и это. Ты пошел. Мне нужно... Пошел ты вообще тупой. Мне статуэточка нужна, а не. Ты вернулся? Да пошел ты, сейчас я тебе. Все. Ты такой прикольненький. Да получи ты. Вот статуэтка. Ух ты. Ух ты, нужно это сфотографировать. Можно я вас сфотографирую? Раз, два, три. Продолжаем. Все, теперь милой парочки нет. Сахарка съели просто. Сюда грибы. Грибы. Раз. Два. Три. Кто это я такой? Вот когда еще стану маленьким, вот еще буду упортым. А если стану большим, буду ли я упортым? Ну, такое бывает, крушение поезда. Авария, попасть под машину. Ну и так попал под машину. Не могу. Смотрите, ребята. Тут и это... Как? Я разрушенка.
Машина чуть меня не сбила, потому что я уняха. Кого это запустило? Кстати, ребята, давайте мы машину запустим. Космос. Давайте, ребята. Кстати, а хорошая-то идейка. Зато машин не будет. Все! Машине было даже... Хоть она познакомила. Ладно, пошел я. Поставлю сейчас камеру, все. Опять козел украл. Ну ладно, ребята. Всем пока, ребята. До скорых встреч. Пока-пока. А я пока что буду угоняться за этим козликом. А ну иди сюда.